Сейчас мы с вами свяжем такой рисунок такими бантиками. Это 4 полоски, связанные посерединке. Для этого узора я взяла лен наполовину с хлопком и свой любимый крючок калеку, троечка. Написано 3,2,5, но больше похоже он на троечку. Мы набираем 26 петель, 26 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26. Одна воздушная для подъема и вяжем весь ряд столбиками без накида. Так до конца ряда. Разворачиваем вязание. Второй ряд вяжем так. Воздушную петельку мы делать не будем, просто вытягиваем петлю и в эту же петельку вяжем столбик без накида. Следующий столбик без накида и в следующий. У нас должно получиться 3 столбика без накида. Далее делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соответственно, 7 петелек пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмую вяжем столбик без накида. У нас здесь должно получиться 6 столбиков без накида. 1, связали, 2, 3, 4, 5, 6. И опять вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 7 петелек, и в конце у нас должно получиться 3 столбика без накида. Разворачиваем вязание, вытаскиваем петельку побольше, в эту же петельку вяжем столбик без накида. Следующую столбик без накида. И в следующую столбик без накида. Опять вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соединяем с первой столбиком без накида предыдущего ряда и вяжем эти 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. Последние 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вытягиваем ниточку. В эту же петельку вяжем столбик без накида. И еще 2 столбика. Вот таких нитей у нас должно получиться 4. Сейчас мы вяжем еще один ряд
Третий будем их соединять между собой. Связали еще один ряд. Вытягиваем петельку, вяжем наши 3 столбика без накида. Раз, два, три. Это у нас 4-я полоска, которой мы будем соединять их все вместе. Вяжем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Эти 3 полоски соединяем свободным столбиком без накида. 3 воздушные петли, 6 столбиков без накида, 3 воздушные петельки, опять соединяем 3 свободной петлей свободным столбиком без накида, 3 воздушные петли и последние 3 столбика без накида. Раз, два, три. Теперь мы еще вяжем 3 ряда с полосками, 4-м соединяем. Вытягиваем петельку, провязываем ее столбиком без накида, еще 2 столбика без накида, то есть над 3 всегда 3 идет, над 6 6, 7 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7, наши 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель и последние 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Разворачиваем. Так, вот у нас 3 полоски уже есть. 4-й мы соединяем. 3 петельки связала я. 1, 2, 3 воздушные. И соединяем за серединку свободным столбиком без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. И повторяем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Опять 3 воздушные. Соединяем свободным столбиком без накида. 3 воздушные. И 3 столбика без накида. Последние. Вот что у нас выходит. Они как бы в бантик собранные такие петельки. Сейчас я свяжу еще несколько рядов. Покажу вам готовый образец. Вот что у нас получилось. Такие как бы бантики. Выставляйте в комментарии, что получилось у вас. Наверняка они получились совсем по-другому, потому что пряжа другая, крючочек другой. Вяжем мы все по-разному. Вот если бы пряжа была потолще и крючок побольше, чем пряжа, мне кажется, было бы намного интереснее. И этот цвет не очень удачный для этого. Наверное, розовенький был бы лучше. Пока-пока!